Ивановский областной суд – ровесник губернии. В этом году ему 95 лет. На юбилее филармонии собрались судьи, представители власти и общественности. В торжественном слове губернатор региона отметил зарождающуюся в обществе потребность в справедливости, которую может удовлетворить только качественная и профессиональная работа представителей судебной власти. На торжественном мероприятии первые лица региона вручили почетные грамоты сотрудникам областного суда, проявившим себя в профессии. Ивановский областной суд работает очень хорошо. Профессиональные люди, профессиональные юристы работают, но помимо этого, это еще люди, безусловно, с обостренным чувством справедливости. И это в современных условиях очень важно.